Ассоциация уполномоченных по правам ребенка совместно с общественным движением «Муниципальный щит Москвы» и Союзом добровольцев России объявила благотворительную акцию «День знаний в Новороссии». Организаторы призывают жителей страны помочь учащимся Донецкой и Луганских народных республик. Во всех субъектах организован сбор средств на покупку школьных принадлежностей, книг, канцелярских товаров и подарков к 1 сентября. Закупленная помощь будет доставлена в республике гуманитарным конвоем МЧС до 1 августа. Передать денежные средства можно и в Ненецком округе до 15 июля. Для этого необходимо позвонить по телефону 449-89.